Привет, я Даша, это влог, я давненько их не снимала, прям таки миллиард лет, у меня трясутся руки, поэтому изображение может тоже трястись. Я еду глухая, на что меня заложило оба уха на день рождения к своему брату по имени Артём, я его называю Потёмкин, потому что Потёмкин, вот. И я снимаю прямо в машине, как-то неприкольно тут снимать. Так. Что за человек Артём? Ему исполняется 28, мам? 9. Сколько? 9. Сколько? 9! А, 29? О, видите, я глухая, вообще ничего не слышу. Да, человек интересный, упрямый, цели свои достигает. Вот он, как помню, 6 лет ему было, он мне говорит, я хочу машину, я буду ездить на машине. Я на нем хохотала, ага, где ты денег ты возьмешь на машину, не велосипед, чай покупать, велосипед, и то дорого. Вот. Нет, купил, ездит, да. Вот, хотел быть строителем, стал. Мам, как у него называется образование в дипломе? Инженер-строитель. Инженер-строитель. Гражданский курс этих разных. Соучредитель своей фирмы. Название, знаешь? Горская строительная компания. Вот, реклама. Черноговская строительная компания. Даже на наш аэропорт работал. Вот. И чем? А, и свой дом построил. Кстати, именно там мы будем праздновать, во дворе, шашлыки, бла-бла. Вот, так что цель он свои достигает, молодец. Трясет. Вот. Как бы еще не мешали. Да. Типа мамушки. Вот. Так что следующие кадры будут непосредственно с места действия, если не будут, потому что Потёмкин очень-очень не любит лужи. Окно закрыла. Лужи, блин. Это как за это обрызгает. Вот и молодец, что я не приеду, все грязные. Вот. Потёмкин не любит, когда его снимают на видео. Один раз даже меня так рыкнуло, я прям расплакалась. Вот, умеет он навести. Ну, не получится, так не получится. Расскажу о своих впечатлениях по дороге назад. Вот этот дом. И сейчас заходим. Машина. О, а вот машина. Все показала сразу. Только вы его не грабьте. Ну, пожалуйста. Для чего? Привет. Здравствуйте. С днем рождения, типа. Привет. Котя. Котина. Вот. А это Баня. Клёненькая такая. Роскостная. Прикольная.